В ходе поисковой операции обнаружен черный ящик разбившегося в Средиземном море самолета авиакомпании EGPR, сообщили в Министерстве гражданской авиации страны. Бортовой самописец подняли по частям несколько этапов. Сейчас обнаруженные элементы готовят к отправке в Александрию. Их передадут представителям прокуратуры и комиссии по расследованию обстоятельств крушения. Напомню, самолет авиакомпании EGPR, выполнявший рейс из Парижа в Каир, пропал с экранов радаров 19 мая. На борту находились 66 человек. Точная причина катастрофы пока не установлена.